Еще одно постное блюдо – шампиньоны с гречневой кашей. Для этого нам потребуются свежие шампиньоны, одна луковица, мука, стакан гречки и приправа для грибов. Гречку будем варить просто в мультиварке. Для этого высыпаем стакан крупы и заливаем водой в соответствии с пропорцией. На один стакан гречки 2 стакана воды. Соответственно, нужно добавить соль по вкусу и включить необходимую программу для приготовления крупы. В данном случае 25 минут. Пока крупа готовится, можно заняться грибами. Лук обжариваем до золотистого цвета. Параллельно на сухой сковороде мы обжарим муку. Муку нужно обжаривать до тех пор, пока она не станет слегка коричневой. От муки уже исходит такой достаточно приличный дымок. Это значит, что процесс приближается к финишу. Ну, остановимся вот на таком состоянии муки. После того, как грибы немного ужарятся, можно добавлять соль и специи. Наш секретный ингредиент – приправа для грибов. Теперь нужно в стакане развести муку с водой. Грибы уже практически готовы, и сейчас задача добавить муку туда. Разводить муку водой необходимо для того, чтобы не было комков.
Далее помешиваем и доводим до загустения. Если недостаточно густое, можно добавить еще муки. Если слишком густо, можно долить воды. Итак, мы довели до кипения. По густоте все устраивает. И нужно отключить уже, чтобы настоялась подлива. И вот в итоге получилось такое вот симпатичное постное блюдо. Гречневая каша с грибами и с подливой сразу. Если посыпать зеленью, вообще полноценное блюдо. На этом все. Всем пока.